Я думаю, уже многие из вас слышали о сайте anylevel.com. Это действительно лучший сервис, где можно быстро и без труда купить новый аккаунт или запустить свой старый. Сайт сделан очень круто, у них железные гарантии и даже онлайновая техподдержка на всякий случай. И этому сайту точно можно доверять, в отличие от некоторых. А для моих подписчиков скидка 7% по промокоду TOPDOTA. Ссылка в описании. Привет, чуваки, с вами TOPDOTA. Сижу я такой вчера, деградирую на ютубчике, вместо того, чтобы заниматься важными делами, листаю ленту подписок и тут вижу такой видос. Сначала подумал, что это просто какое-то громкое название для кликбейта и хайпа. Такое на ютубе очень часто практикуют. Но потом я немного погуглил, изучил тему и оказалось, что чуваки с mmorpg.su ничуть не преувеличили в своем видосе. В общем, какой-то юрист по имени Антон Тихонов, который работает в российской общественной организации Потребнадзор, реально хочет запретить Dota 2 на территории России. И какого же, спрашивается, хера? Цитирую. «В игре складывается положительный образ алкоголя. Некоторые герои пьют его и становятся сильнее. Есть персонажи, задевающиеся каннибализмом, они едят трупы. Есть возможность покупать персонажей, есть намеки на секс. Все персонажи женского пола очень откровенно одеты. Есть сквернословие. Один персонаж, королева боли, если я не ошибаюсь, пропагандирует садизм-мазохизм». Конец цитаты. В итоге этот клоун отправил письмо в Valve, потребовал у них, чтобы игре был причислен рейтинг 18+, для территории России, и его, понятное дело, никто даже не прочитал. Теперь же он отправил Доту на экспертизу психиатру, и после этой экспертизы будет подавать в суд, требуя насильно поставить мерку 18+, либо запретить игру совсем. И что это, блять, за бред? Мы, конечно, не будем говорить о том, что у нас половина игр так или иначе содержит все это дерьмо и не имеет никакой метки 18+. Это, я думаю, вы и так знаете. Мне больше интересно то, действительно ли он думает, что ебучая галка сможет остановить школьников и заставить их не играть в Доту. Господин Тихонов, сори, конечно, но я уже придумал очень жесткий обход, который законтрит все ваши старания. Наблюдаем. Черт. Удивительно, но твоя меточка не сработала, чувак. И знаете, что меня действительно беспокоит? Учитывая то, в какой же ёбнутой мы все-таки стране живем, Доту ведь реально могут запретить, причем насовсем. Вот нам сейчас кажется, что боже, что это за дичь, как могут запретить целую игру во всей стране и так далее. Но подождите, это же Россия. Соколовского посадили за покемонов, где-то полгода назад закрыли Pornhub непонятно из-за чего, потом приняли пакет Яровой. Так что если нам отключат дотку, то ничего слишком удивительного в этом не будет. Ведь вышеупомянутые прецеденты были куда более масштабными событиями. А за дотой, кроме самих дотеров, которых в масштабе целой страны не так уж и много, никто долго плакать не будет. И это на самом деле пиздос. Но я все-таки оптимистично надеюсь, что до такого дела не дойдет, и мы ограничимся очень жесткой запретной мерой в виде марочки 18+, которую будут игнорировать 99% игроков. Если же я не прав, то, пожалуйста, напишите в комменты, если вам нет 18, то что вы будете делать, если введут ограничения? Действительно ли после каточки в доту вам хочется бухать, чтобы стать сильнее, есть трупы и заниматься садомазохизмом? Или, возможно, вас сильно смущают намеки на секс? Можете прямо вот все симптомы в комменты отписать, а то вдруг дота только на меня нормально влияет, а у всех остальных просто едет от нее ко всем чертям крыша. В общем, вы уже поняли, что я думаю обо всей этой хероте. И надеюсь, что в руководстве этого потребнадзора работают хоть сколько-то адекватные люди, которые нахрен попрут этого гуру-юриста, как только увидят, на какую все-таки дичь он тратит свое рабочее время, за которое ему, скорее всего, нормально так платят. А вы, конечно, пишите в комменты, что вы думаете по этому поводу и какой исход этой ситуации, по-вашему, наиболее вероятен. Мне прям вот интересно, есть ли из самих дотеров те, кто реально будет поддерживать эту инициативу. Обязательно подпишитесь, вместе будем следить за всей этой ситуацией, и вы точно будете в курсе последней инфы по этому поводу. Ну и про Лукаса не забывайте. Удачи, каннибалы!